здоров. Я, конечно, очень взволнован. Но не каждому такие события. Почему я выбрал именно тему этой выставки «Пейзаж»? Потому что это мой любимый жанр. Снимаю 50 лет, и 50 лет ни одна березка, ни одна сосна не подошла и не пожалуйста, что ее волосы родили. С людьми намного сложнее. Самый ранний снимок вот здесь. Здесь в основном все снимки за последние 3 года. Вот. Ну, десяток снимок, которые уже бывали на выставках, бывали в печати. Самый старый снимок, «Солнце сосне», ему 50 лет. 50 лет назад я ее сфотографировал. Он был отмечен на все месты в выставке в Германии. Что еще хочу? Спасибо, что пришли. Вот смысл этих выставок вообще собрать друзей, собрать родных, знакомых. Ну, это такая радость, вот это творчество. Я надеюсь, сколько будет здоровья, столько буду работать. Если пришел в этот мир, надо любоваться этим миром. Я этот мир люблю, переживаю. Я ревностно отношусь к экологии. Вот тема Байкала, она очень меня волнует. Ну, такая красота досталась. И что ж мы ее так это не бережем? Вот. В гидрокостюме, опускался на дно, кругом валит эти глубинки. Поэтому вот я хочу показать, какая красота. Ну давайте беречь хотя бы смысл этих снимков ландшафтных. Призыв беречь природу. Спасибо всем.